Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, вы смотрите канал Играю. Сегодня у нас на канале игра «Серийный уборщик». Это игра про чистильщика, который работает на мафию и чистит места преступлений от трупов и от улик. Игра в раннем доступе, она еще не вышла полностью, так что можете спокойненько ее посмотреть на Steam. Я не помню, она у меня уже давно лежит, я никак до нее руки не доходили, то забывал я ее показать вам. Вот. И сам-то я ее, собственно, еще не видел. Окей. 4 уровня, да, у нас? 6, 5, ага. Нет, тут много уровней, давайте не будем. Давайте начнем с самого первого и посмотрим, что это вообще в принципе такая. Так, что нам нужно делать? Управление, вот. Это что, это кто такой? Эй! Так, джойстики, мойсики. Это копы или кто это такие? Что нужно делать? Это фонари. Давай посмотрим. Понял, надо. Я думал, так они это. То есть мы пришли уже на совершенное преступление и, собственно, есть, забрали. Что-то забрали. Ой. Тихо. Он говорит, он видел, нифига себе, у него есть мозги. Так, это еще одна вещь, насколько я понимаю, да? Нет, это не вещь. А где тело-то? Тело-то где? Тихо. Бля, поймали меня. Ну хорошо, я понял. Окей. Так, берем вещь и убегаем. Так, есть вещь, есть. А где тело? Очень заманчиво. Так, вон, ни хрена себе. Ни хрена. А где тот чувак-то второй? Эй, Вася. Ого, подожди, я... Ну-ка, надо понять. А, он за машиной не видит. Все, я тебя понял, сейчас мы проскочим. Ой, ебаный рот, да почему ты так меня увидел? Надо сразу бежать туда, да? Получается, надо схватить эту вещь. Во. Ага. Вот. Так, тело мы схватили, отлично. И мне нужно к машине бежать, правильно? Так, давай, оборачивайся. И я очень надеюсь, что мне нужно вниз к машине бежать. Тихо. Да, точняк. We make it away. Давай. Бегай, машина. Все, поехали. Уху, отлично. Next. Следующая сцена. Точно, теперь я понял геймплей, теперь я понял логику этой всего этого дела. Давайте делать так, как нам. Так, у нас копы. У нас есть охрана, наверное. Что нам нужно здесь сделать? Время идет. Хорошо, время, наверное, идет. Ну, это коробка. А, прятаться. Это похоже у нас на Solid Snake. Выйти, хорошо. Но нам пока не интересно, да? Только фонарь не работает, в смысле того, что можно. Вот тело. Ага, тело. Тело надоело. Вот он. Коп бегает вокруг машины, не поймет, что ему делать. Ну-ка, подожди. Они все в панике. Просто реально все в панике. Подожди, а мне нужно. Мне какая-то логика есть, что сначала вещи, а потом тело. Нет. Я так понимаю, нету логики. То есть можно просто сначала тело утащить. С места преступления. Да, машина не загорается. То есть мы можем спокойненько все это дело облутать. Вон, я вижу вещь, которая улика. Тихо. Так. Ой, тут еще одно тело, нихера. Тихо. Давай, твою мать. Застревает. Два тела есть и одна улика, правильно. Так, давайте посмотрим, в принципе, где у нас вещь это лежит. Тихо. Можно сделать такую разведку, да? Здесь не разведаешь. Ну-ка, пойдем. Тихо. Твою мать. Прямо у них перед глазами бегаю. Охренеть. Почему я не могу бежать?
Одна вещь была же у меня. Или две. Два трупа, две вещи. Ну-ка, давайте еще раз поглянем. Тихо. Пробегай. Так, все понятно. Здесь не слишком пока все сложно. Мы пока все это дело исследуем. Так, побежали. Вон еще одна вещь, 100%. А, еще один труп. Нихера себе. Три трупа и одна вещь. Да вы че? Охренеть. Все, прекрасно, погнали. Реально, а, это у нас пистолет и три трупа. Охренеть, просто охренеть. Ладно, прекрасно, прекрасно. Слушайте, интересная игра, довольно-таки забавная. Пока не сильно сложная, но я думаю, это просто разминочные уровни, и особо здесь думать не над чем. Так, коп, главное понять, куда кто бегает. Коп один сверху бегает у нас вот так по диагонали. Тут следит у нас, ну здесь можно выйти, наверное, вот сюда. Ого, сколько их тут. А, он белка. Смотри, белка. Белку нельзя сожрать. Коп, отвали оттуда. Он, наверное, не двигается, он просто смотрит вокруг. Да, этот человек просто стоит и смотрит вокруг. Вон ствол лежит. Вижу ствол, вижу кучу кровищи. Нам нужно очень быстро, прямо мгновенно пулей, просто как флэш проскочить и схватить пистолет. Ой, хера себе. Ой-ой-ой. Так, сейчас он развернется. Так, подожди, только не надо, ни хера, он сюда бежит. Давайте-ка вот так встанем. Он, наверное, у нас не... А, нет, он не туда бежит, хорошо. Так, тихо. Так, отлично, ствол есть. Ствол есть. А как посмотреть? А, так, у нас два предмета. 60 крови какой... А, это, наверное, мое. Вон, вот оно. Раз, два. Одна вещь и два трупа, да? Вон они аж где. Охренеть. Окей, ну здесь просто. Здесь я бегу. Здесь я перебегу. Вообще не вопрос. Вообще не вопрос. Единственное, что я сейчас не вижу, где этот чувак. Вон он. И он бежит аж вон куда, да? Он бежит аж туда. Хорошо. Подожди. Не надо. Не пали меня. Все, пошли. Тихо. Вот сейчас. Так. Ну, подбирай. Все, предмет забрали. Труп. Стой. Вот здесь. На краю, блядь. А, на краю стою, все хорошо, окей. И также сейчас мы вернемся обратно. Два трупа, к сожалению, я не смогу забрать. Так, а они, ага, они меня упустили. И валите, пацаны. Мы сейчас прям за ним и пойдем. Он же не смотрит назад, когда бежит. Он только смотрит вперед. Ага, пошли. Ой-ой-ой-ой, да почему ты там краешек был, ёб твою мать, блядь. Заебал. Ну ладно. Ладно. На краешек наступил, все, пипец, нельзя. Все поймали. И бегают они быстрее меня, так нечестно. Так. Тут ствола нет, давайте пойдем сразу за трубешником, которого... Ой. Тихо. Стой, здесь сейчас они прибегут, посмотрят, охереют, что нет трупа, и убегут. А мы тем временем проскочим. То есть нужно сразу за ним бежать, и все. Ничего сложного здесь нет. Бляха-муха. Ты уйди от меня. Так, сейчас. Вот это опасно. Чувак. Ай-я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 й. Отлично. Прям на краю. Прям вот по краешку лезвия мы прошли с вами. Так, отлично. Иди. Есть, один трупак есть. Еще один нужен труп. В смысле убрать. А вещь у нас вот аж где, да, получается. А, они все в разных местах постоянно лежат. Охренеть. Слышь. А он разве сюда бегал? Он, по-моему, сюда не бегал раньше. Ну ладно. Так, ты сюда не смотришь, да? Тихо, блядь, да почему ты? Он, слушай, можно от него убежать.
Ого, так, а где еще? Теперь пистолет. Теперь пистолет где? А, у него, да, лежит? Нормально, нормально. Это все хуйня, это все. Это решаемо, я забрал. Отлично. Теперь мы идем вот сюда и берем. И берем, и берем, и берем трупака, трупака. Еще один предмет. Вообще великолепно, слушайте, класс. И трупы расположены так, что, в принципе, здесь даже сейчас я один труп и заберу. Это какие-то у нас туристы. Туристы. Захарачили туристов и все. Кровыша и ножи и пистолеты. Но, уходите, уходите, пацаны. Тут никого нет. Я просто чувак, который убирает в лесу. Я как лесник. Тихо. Я постою еще, нахер. Я постою. Ну. Так, а тут вот внизу надо посмотреть, где, куда тот смотрит. А, я же могу здесь пробежать, правильно? Да, могу. Слышь. Класс, я могу и снизу пробежать, нифига себе. Молодец. Так, надеюсь, здесь никого нет. Я аккуратненько проскочу. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Есть. Так, еще один труп, и мы валим. А что такое кровь? О! Я могу здесь спрятаться, охренеть. Вот это интересно, вот это клево. Коробки, как Solid Snake, да, какие-то есть элементы именно Metal Gear Solid. Так, один бежит туда, другой бежит сюда, и я убегаю от них оба. Обоих, то есть. Не оба, а обоих. Тихо. Ой! Спрячься. Сейчас. Так, он куда побежал? Вот он куда побежал? Сюда? Тихо. А, нет, он побежал туда. И мы убегаем, и мы убегаем, и мы убегаем, и уезжаем. Ла-ла-ла, и ла-ла-ли, ла-ла-ла. Отлично, все, кровь. А что такое кровь? А как ее собрать? Да ладно. Как ее собрать-то? Как ее собрать-то? А, блядь! Твою же мать! А что такое кровь? Я даже не знаю, а почему, а как? 0 из 60. Кровь. А, вытирать надо. А как ее вытирать? Давайте просто проэкспериментируем. Как ее вытереть. Да ну хорош. Ну куда ты бежишь? Никого здесь нет. Отвали. Сейчас прям за ним пойдем. Да иди твою же мать. Вот можно в доме, наверное, спрятаться на самом деле. Как собирать кровь? Я ничего не понимаю. Ну-ка, давай. Кстати. Ну-ка. Ага, можно прятаться, и они тебя не видят. Это круто. Теперь надо понять, как эту кровь убирать или собирать. Что там надо делать с ней. Так, какие-то есть тут подсказки или что-то типа того? Нет. Непонятно. Ну, может быть, кровь это, ну, вытирать реально, может вытирать. Вот бутылка, что это такое? Ничего? Ничего. Ну, вот труп. Да ей-теть, твою ж мать! Я на краю. Нету никого. Вали. Ага, вот тебе. Вали, говорю, отсюда. Стоят бутылки, просто пивные или из-под чего-то там бутылки, я не знаю. Так, пошли сюда. Мы сейчас. Ага. Ты обратно побежишь, дружок. Так, ну нормально. Он убежал, и мы здесь тело уберем. Хорошо. С пивом как-то надо разобраться. Тихо, спрячься и стой за дверью. За дверью. С кровью непонятно. С кровью вообще непонятно. Так. Труп, наверное, еще где-нибудь здесь есть. Сейчас, ну снизу, ну 100% снизу где-то труп. Та-т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 а
Вот как?
Труп я нашел, труп я и тогда все это вытащил, но самое неприятное то, что кровь, что с кровью делать? Может быть, как-то надо таететь, твою же мать. Они такие неожиданные, эти ребята. Так, отлично, кровь. Что сделать с кровью? Вот давайте просто подумаем в безопасном месте, что с ней делать. И тогда, если мы что-то придумаем, как-то до нас допрет, и мы всю эту проблему-то и решим. Так, спрятаться, окей. Тут нету кнопок никаких. Никаких, в принципе, нет. Что с кровью делать? Ой, ой, ой. Ты куда бежишь-то, эй, тварь? С кровью что делать? Подскажите мне. Тут-то прятаться незачем, потому что здесь-то... Так. Вот бутылки, вот мне интересно, это бутылки просто так стоят или нет? Наверное же нет. Но я подбегал уже к ней, она... Та ететь, твою ж мать! Давай! Отсос Петрович! Отсос Петрович, говорю тебе! Так, туда я не хочу. Реально, я туда не хочу. Выпустите меня, выпустите меня. Я хочу убрать кровь. Ну, как ее убрать? У нас хорошо. Body drop. А, вон спрятаться. У нас кровь. Раз, два, три, четыре нарисованных места. И что? Что мне с ней сделать, с этой кровью-то? Body drop. Ладно, body drop это body drop. Блять. Пробельчик у нас показывает, где кто сидит. Где кто бегает, вернее. Сижу здесь только я. Ребятки бегают, они охраняют зону, периметра, там все дела. Тихо, не пались. Вот тут реально место, где можно все это дело проверить. А как? Что это такое? Вот что это такое? Вот как? Вот что такое? Я тут на все кнопки нажимаю, вот просто даже... Блять, может быть на свету? Там, где свет? Да нет. Кровь это и в Африке кровь. Надо ж ее. Так, хорошо. А, да ладно, шифтом. Нифига себе. Пылесос. Ха-ха. Слышь? Прикольно, все, я понял. Собирай. Шифт зажимаем и вперед. Погнали. Типа убираем кровь так. Так, вали отсюда. Вали, говорю, отсюда. Ва. Тихо. Это клево. Это реально прям... Тихо. 47 из 60. Ихи, охренеть. Давайте ее вот тут еще пособираем. Это напоминает криминальное чтиво. Сейчас я вон там еще дособираю и все. И мы уедем отсюда. Я надеюсь, что мы уедем отсюда и нас никто не поймает. Так, где пацаны? Вон пацаны бегут. Не палим контору. Вот бежит, да? И убегает. Отлично. Подожди. Нет. Если он меня засечет, я уже отсюда никуда не убегу. Тут стоит один, там стоит другой. Вот он. Так, ты бежишь куда? Твою ж мать! Блять, да ёб твою ж мать! Сука ты тупая, блять, ну ладно. О, боже ты мой. Вот подумай только, такая обычная простая игра, эмоций в ней в миллиард. Не проебай. Бегай, надо было в домике засечь, сука! Блять, поймал. Я постоянно забываю о том, что нужно прятаться в этих домиках, реально. Да ететь твою же мать. Забирай нахуй. Отлично. Тихо.
А я же могу и пылесосить, да? Нет, не могу. Я думал, можно и пылесосить заодно, и собирать. Нет, нельзя. Я думаю, сейчас мы это пройдем, и все. И маленький такой небольшой обзорчик этой игры. Как раз, в принципе, я показал весь геймплей, который здесь, наверное, есть. То есть, три локации. Убираем трупы, чистим от крови территорию и забираем оружие убийства и либо какие-то еще улики убийства. Орудия, либо улики. Так что, я думаю, здесь больше такого геймплейного каких-то вещей таких не будет, которые могли бы попутать что-то. Какие-нибудь так. Давайте снизу. Вот там прям реально так хорошо собиралась кровь, и никто нам не мешал. И вообще все прекрасно было. Давай, отворачивайся уже. Хорошо. Прекрасная музыка, прекрасная вообще анимация. Все прекрасно в этой игре. Ничего не тормозить, ничего не мешает играть. То есть вообще все элементарно. Тихо. Вот я уже 29 собрал. Охренеть. Просто класс. Просто класс. Кровище просто невероятное количество. Я не знаю, тут как будто бойня была. Просто вот мафия какая-то друг друга пилила. Тихо. Ой, я предметы все забрал, да? И у меня и кровь там, что-то у меня там. А, один труп и 25 крови. Сейчас я вверх побегу. Как раз трупешник там у меня наверху. Да, вон тут охренеть, сколько крови и трупы, и вообще все дела. Так, давайте кровь поубираем пока. Спрячься пока. Посмотрим, что там у нас. А, 11 осталось. Хорошо, 11 крови. Ну, тут еще можно, я думаю, 2-3 литра собрать. Или что там, не в литрах, там, в чем оно. Так, ну окей. Забирай тело. И поперли. Как раз поверху пробежимся, и все. Так, ты уйдешь отсюда? Пизду. Ой, твою мать! Он вниз пойдет? Хорошо, молодец. Умничка. Молодец. Отлично, осталось 11 крови, и все. Вот здесь мы ее и соберем. Все, отлично, мы справились. Ребята, мы молодцы. Погнали. Все, давайте на этом остановим наш обзор. Подписывайтесь, пожалуйста, ставьте лайки. Меня зовут Дмитрий, это канал Играю. Игра Serial Cleaner. А на этом все, пока-пока, ставьте лайки. Еще раз говорю, подписывайтесь. Пока.